Всем привет, дамы и господа, кто смотрит сейчас это видео. Мы начинаем восхождение на гору Тип-Тяп. Пришлось проделать значительный путь через вот эти вот гаражи. Они заброшенные. Можно даже в них что-нибудь полазить. Тут какой-то вообще погреб. Я люблю и горы написано. Кирилл, нехорошее слово. И сейчас мы пойдем. Начинаем наше восхождение, короче. Для начала хотелось бы выбрать какую-нибудь палочку. Вот так вот выглядит опушка леса. А нам еще идти, идти. Так. На подходящего я не вижу ничего. Эх. И у нас развилка. И я тут уже один раз был. Я помню, что... Ну, в принципе, конечно. А куда же нам идти-то, а? Мне кажется, что если мы обойдем... То все равно ничего страшного. А что, если мы напрямую попремся? А может быть, и надо так сделать? Хрен поймешь. Ты не понял, через этот... гараж. Проходил ли я или нет? По-моему, я здесь не сворачивал. По-моему, я здесь шел дальше. Да. А, туда, да, там дорога, и она чуть-чуть во враг упирается. Идем. Идем. О, как же хорошо. Сегодня, короче, Азаров решил подписать указ о том, что можно гулять. О, дятел. Слушай, реально дятел, блин. Точно. Класс. Такое рот мую немножко. Красота. Да, я помню, дорога была здесь извилистая. И так она сразу после гаражей не сворачивала. Он сейчас, может, новую сделали. Полянка. Лесок. Уже чуть-чуть подустал, но это еще только самое начало нашего восхождения. Потом еще надо спускаться. Ну ладно. Красиво, красиво, красиво. А я прибавлю ход, чтобы, во-первых, пробежка. Засиделся дома 2 месяца на самоизоляции. А во-вторых, ух, старый выкрученный пень. Жуки. О, я помню, здесь в ноябре шел, короче. Дорога была не трудна, потому что невозможно было пройти через вот это вот направление. О, потому что все было в грязи. Это, конечно, совершенно другое.
А все равно нагрузка ощущается. Часть. Я уже чуть-чуть подустал. Сейчас расстегну одним движением свою курточку. Так. И как бы я бы... Надеюсь, я выбрал то самое направление. Вот сейчас самый начался подъем. Так вот. Да, ему вот так вот, я помню, тоже наискосок шел. Да, по-моему, это та тропа все-таки, которая нам нужна. Вот дорога заворачивает. Пока птицы я слышу, но не вижу. Сейчас сделать надо небольшой привал. Какие запахи. Да, вот он. Такой вот опушка леса, бревна пилит. Мы видим. Да, я здесь шел. Так. Ну что, еще привал сделали. Пошли дальше. Выше нас только горы, они помогут нам. Вспоминается песня Владимира Семеновича Высоцкого. Вот мы вышли на просвет. И нам еще подниматься. Да, вот тут мы вышли, мы бы, конечно, сократили путь, но и затратили бы энергии. Дальше там вот можно выйти, я там бродил. Но там дальше спуск будет. И он слишком крутой. Мы уже... Я уже осилил половину пути. Неплохо. Неплохо. Полянка. Какая же красота. Ну какая же все здесь красивая. Лэп. Так, теперь вопрос. Ну, какая у нас тропа, та левая или правая? Ну, я помню, тут, что без особой разницы. Или все-таки нет. Продолжаем наше нелегкое восхождение. Я уже на четвереньках. Ага, ну да. Можно не выбирать одна и та же дорогу, в принципе. Хвоей пахнет. Хорошо. Чуть я передохну. Я чуть передохну. Последние метры. И... Ну. Да.
Да! Я поднялся! Ура! Наконец-то! Я поднялся! Какая же... была неописуемая. На полпути думал, что все, помру. Пот течет рекой, но я смог, я счастлив. Посмотрите, какие деревья. Сейчас идем на смотровую площадку. Два клеща или паука видел. Они меня обошли стороной. Надо какую-нибудь палочку пригодится, ну-ка. Так. Так. Так, нет здесь ничего. Все, идем. Идем. Нам надо поглазеть, да, поселок управленческий. Я смог, я поднялся. Это вообще. Вот поэтому я выбрал длинный путь, а не короткий, потому что, ну, там бы я бы сдох точно. Зато как хорошо идти по горной тропе. О. Вот палкой всех буду тыкать. Собак, волков. Тьфу, чтобы не сбросить. Да, кайф, просто кайф. Пробираемся сквозь лесную чащу. О, какие цветочки луговые. Посмотрите, красиво, да? О. О. Палка немножко неудобная. Ну да ладно, хоть что-то. И вновь мы походным шагом ускоряемся. О, эти, как же их облепиха, да, по-моему. Мне кажется, кто-то все-таки за левую ногу тяпнул. Надеюсь, муравей, а не клещ. Так. О, солдатики. Тут я их давлю. Так. Вот так вот. Припрыжку почему нет? Физнагрузка должна быть. А я дышу. Я просто дышу. О, вот этот дуб. Посмотрите, целое семейство краедов. Вот они ползают. Вот, вот. Идем. Ага. Стекляшки.
Надо быть аккуратнее. Да, вот этот пригорок я помню. Вот так. Мы должны, да, так его преодолеть. С наскока. Вот так. Уйди, уйди. Уйди, шершень. От шершень, а. Тут твоя палка. Лучше всех. А этот такой здоровенный шершень, просто такой прям вот такой вот прям такой, прям вообще ужас, что ужас, что и мы уже подбираемся. Я знаю, что ваши мои разговоры уже вам порядком надоели. Ну что ж сделаешь, это настоящий роуд-муви. Чтобы увидеть красоты, надо сначала попотеть, забраться на гору, от всех отбиться, жучков-паучков, а уж потом любоваться жигулевскими красотами. О. Уже близко, близко. Ты, блядь, какой же подъем был тяжеловатый. Я вообще, я чуть нереально не сдох. Тяжело. Я чуть реально не сдох. О, тут тот же костры. Опа, мы так, я подпрыгнул, вот так вот, опа, опа. Но здесь надо быть с этими прыжками аккуратнее. Это что, щавель, что ли, растет? Или это просто такая трава? Ну когда же это уже тропа, когда же я уже выйду на открытую местность, а? Так, а уже выходим. Уже. Или нет? Опять эти кочерги-караеды. О. Эх. О, палка-копалка моя. Да что ж такое, тропинка все никак не хочет заканчиваться, а? О. Вот, кстати, мох растет. Север, значит, там. Понятно, а юг там, да? Вспоминается школьная география. Смотри, уж 10 минут идем, а? 10 минут мог бы это все и не записывать. Ну, 10 минут с момента, когда я поднялся. А вот тут вот уклончик и... Уклон. Так, а как нам его? А мы его вот так. Идем. Идем вот так. О, как я снимаю. Так, надо аккуратнее снимать эту камеру. Можно легко выронить из рук. Так, здесь тропа. Все, идем и идем. А, ну все, идем. Ну, тут, кстати, классно.
идти прям. Когда я понял, что я ни разу тут как уже хожу, ни разу здесь я не устал. Просто вообще. Блин, у меня так батарейка сядет скоро. Надо ускориться. Ладно, да уйди ты. И, о, еще трава, еще цветы, еще цветы. Красота. Так, снижаем скорость. Здесь ухабы. Да я задолбался уже идти. Сколько же идти-то, а? Так, я сейчас, короче, камеру выключаю, да? Потом, когда доберусь до открытой площадки, естественно, включу. А то так заят я не расходую нецеленаправленно. А вы пока полюбуйтесь на это дерево. О. Вышли мы на вот такую вот интересную полянку. Интересный вот такой вот домик. Интересно, кто же его строил. Тут что-то явно хотели делать, но не судьба. И кто-то вновь намусорил здесь. Это... Да, это... Наконец-то отсюда, примерно отсюда можно... Вот, бабочка была, класс! Интересно, попал на камеру, нет. Отсюда уже виден сок, и вот оно, ага, вот класс. Так вот, отсюда он уже виден сок. Волга, да, Волга. Ну а дальше сок начинается, да, я что-то все поддачу того как-то. И там, кстати, да, вот здесь вот, наверное, можно там проход было, и тут как раз-то кота тропинка вела. Но там камни, я и не хотел там идти. Именно поэтому. По камням идти то еще удовольствие. Сейчас вы наконец-таки полюбуйтесь. А эта дорога, да. Я помню, что я заблудился. Она вела там в штольне. Ну не в штольне, в этот карьер, да, в карьер в Сокский. Да, сейчас сок. О! Так, аккуратно. Вот, ой, сейчас я зум убавлю. Класс, а здесь ни хера не видно, вся листва загораживает, ай-яй-яй. А дальше я стремаюсь идти, откровенно говоря. О, во, класс, Так, немножко меня тянет вниз, это мне не нравится. И мы идем дальше. Наша цель — смотровая площадка горы Тип-Тяп. Ну, наконец. Здрасте. Ну как вам на горе? Да, мы сейчас по собственной горе идем. Желаю удачи. Спасибо. А вы на лэп поднялись на самую вершину? Там не лэп, а это вышка. Вышка. Да. Вы поднимались? А там охрана сейчас стоит. Я там что-то делаю, да? Нет, там это радиовышка. А, ну все, я понял. Все, удачи вам. Спасибо. Вот тут тоже экскурсия. Да, да. Да. Вот канал есть? Да, есть, но он в основном политике посвящен. А сейчас
вырвался в горы. Да, ну если вам политика интересна, то... Так, давайте. Канал Дениса Кривошеева. Так, давай. Ну я ищу ВКонтакте. Канал Дениса Кривошеева. Там их много, правда, много однофамильцев. Так, ВКонтакте сейчас удалю. Самара или что там? Не, канал просто называется канал Дениса Кривошеева. Ага, так, который есть. Вот самый первый. О, все. Да. Хорош, мужик. Ладно, если. Как вы клещей не боитесь? Боимся. Да я двух повстречал. Ладно, страной обошли. А мы в луке, помню, лисенка поймали, на нем дофигища ее было. Ладно, еще раз, удачи. А мы пойдем на смотровую площадку сейчас. Вот так. Да, да. Да. Ух. Так, я сейчас, короче, камеру выключу, потому что... Ну, в общем, камеру надо выключить. Тут довольно такой путь. Так. А потом включу. Наконец-то я выбрался на смотровую площадку. И вид просто, просто шикардосный. Просто шикардосный вид. Сейчас вы сами все увидите. О! Вот она, полянка идет. Вот там поселок Управленческий. А вот Волга. Волга-матушка. Тихо-тихо, ветерок. Так, конечно же, мы не будем рисковать. Вот туда еще дорога виднеется. Красота. Хотел еще на вышку пойти, но мне ребята сказали, короче, что там она под охраной. Но и так неплохо, собственно говоря. Так, неплохо. Вообще хотел немножко в другую, в штольню отправиться, но пока что сюда, потому что я сюда знаю, как идти примерно. И я все-таки не заблудился, да? О, это майский жук. Это не шершень вам был. А вот тут вот поселок, как же его, на Рыбацкое какое-то счастье. Ну что-то типа это я забыл, к сожалению. Да, но вот Управленческий, вот он, да. А Волга. И сейчас мы, короче, все-таки... Так. Так, надо аккуратно, вы сами все видите. Угу. Опа. Это же просто шикардос. Я знаю, что там еще тропа вот так вот огибается. Но если честно, то вот еще ветер. То рисковать как-то жизнью не особо хочется. Лучше проторенная дорожка. Ну как же тут хорошо. Я чуть-чуть посмелел. Так. Мы до кустиков. О, ветрище. Я все стебаю. Ой. Не нравится. Не нравится. Нет. Сейчас надо как-то встать вот ровно, чтобы... Да, ага, во. Во. И вот такой вот... А, это же... База, да, горнолыжная. Сейчас она весной так она выглядит. Да, база горнолыжная. Сок. Вот такой вот нехилый обрыв. Да. Да, это потрясающий вид, слушайте, потрясающий. Горные цветочки. Я просто любуюсь. Да, я тут уже один раз был, но все равно класс. Так, вижу тропу. Ну что, попробуем?
Вот здесь вот попробуем поснимать. Класс, слушайте, класс. О, пчелка даже есть. Есть даже пчелка. Молодец, молодец, пчелка работает. Мед приносит. А я вот так вот. Вот это вид. Вот это вид. Вид на поселок. Дух захватывает. А я прям по обрыву иду. Ну не совсем я по обрыву, конечно, иду, понятно, я не стал так рисковать. Даже можно чуть-чуть подняться. Мангал чей-то. Совсем люди природу не берегут. Ветер. Ветер, 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 ветер. Нет, туда я точно не пойду на этот обрыв. Мы... Как тяжело-то подниматься, а? Я это который раз уже говорю за видео, но это правда. Люди идут. А мы поднимемся. Нет, мы поднимемся все-таки. Да так хрен возьмет, у меня-то зум небольшой. Кайфа! Это стоило того, все эти мучения. Ветерок. Давайте еще раз посмотрим, да, город, на поселок Управленческий, на Красногринский район. Вот там вот я, так, вон там он, нет, подождите, не там, вон там он купался, да и там я тоже купался, прошлым летом. Какая же красотища. Ну, теперь нам предстоит путь обратный. Это будет чуть позже. Надеюсь, все-таки что будет. Опять-таки, тьфу-тьфу. Тут осторожность превыше всего, конечно же. Это просто вообще невероятно. Просто невероятная красота. Жигулевские горы. Манят меня. И погода еще, главное, дождь обещали, она разошлась. Разгулялась. Так, все, хватит снимать. Ой, я ж включил, ёб твою мать, а. Пока шел назад, посмотрите. По-моему, это же колокольчик, да? О, красиво. Красиво, раз. Такие вот здесь цветы. Все, короче, сейчас ушел я с места. Как здесь воняет. Смолой. Сейчас, короче, начиная было восхождение, а сейчас будет спуск.
Да, конечно, можно было пойти, в принципе, на карьер посмотреть. Но довольно далеко идти. И я уж чуть подустал. Поэтому думаю, что спускаться надо. Надо спускаться, но сначала, естественно, прогуляюсь в обратно по лесу. Обратно. Но как всегда, когда камеру отключаешь, самое интересное, видел два вот таких вот орла. А в этот момент у меня камера была выключена. Еще самолет пролетал. Ну вот обидно, обидно, что делать, как всегда, когда закон подлости, выключаешь камеру, все самое интересное происходит. Фу, и сейчас выключу, наверное. Короче, начали спускаться, я чуть прошел вниз. И смотрите, муравей, короче, тащит жука. Вот. Вот. Вот, тащит, тащит. Поймал, короче, жука, и я такой сначала жук, а потом что-то заглох, а муравей его тяп, и все, сейчас в улей себе, в муравейник, прошу прощения, понесет, все, улей, пчелы, а нас предстоит, у нас был крутой подъем, теперь предстоит крутой спуск. Так, 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 вот, вот, хорошо нащупал клею. И понеслась. Идем, идем. Идем, спускаемся. Так, 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 так. Смотрим под ноги. Смотрим, смотрим под ноги. Угу. Сюда я лучше так. Так, так, стоп, стоп, замедляемся. Замедляемся. И опля. Так, а лучше все-таки здесь или там? Нет, все-таки лучше здесь. А тут лучше так. Идти. Виляя, так сказать, туда-сюда. И... Опа, тихо, 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 тихо. 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 Опля. Опа. Такая вот экскурсия в горы. Раз. И она еще, кстати, не закончилась. Потому что одно дело подняться, другое дело спуститься. А, ну как же тут пахнет классно. Деревья. Лес. Лесок. И никого на горизонте. Фраза из игры Сталкер. Зов Припяти. Вот сейчас она подходит. Так, а зачем мне эта палка, если я ее не воспользуюсь? Сейчас я ее переверну. И вот. Вот она зачем мне. Чтобы была еще одна опора. Так, так, а я по клее лучше пойду, да. Я лучше пойду по клее. Угу, вижу препятствие. Дальше, так, нет, 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 я по клее лучше идти, так. О. Вот, сейчас мы вывернем, и можно на пенечек присесть. Вот, надо присесть на пенечек. Я не стал делать это, когда я поднимался. Но сейчас я это сделаю. А, на пеньке класс. Опа, 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 опа. Эх, эх, поехали вперед. Сейчас всех распугаю здесь в лесу. Эй, скачи, лошадка. Ну все, размялись. Хватит сидеть. Тем более, клещи не дремлют. Они только и ждут, что какой-нибудь жирнятина здесь придет и укусит. Ох, мать моя, так боится клещей.
Поел все высоты, реально, я сейчас понял. Когда взбирался, да. Даже не когда взбирался на гору, а скорее, когда смотрел вниз с высоты 200 метров. Вообще-то 200-метровая высота, да. Она небольшая, конечно, но для некоторых и это внушительное расстояние. О, какие комары здесь. Комары. Идем, идем. Даже бежим. Бежим. Чтоб динамики. У нас же экшн-камера. Мы динамики. Так, раз, два, три. Бежим, 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 бежим. Так, так, так. Замедляемся. Замедляемся. Когда можно бежать? Можно бежать, когда лучше не стоит, то лучше не стоит. Итак, спускаемся. Спускаемся. Ну, даже не знаю, какую мне дорогу выбрать. Наверное, эту. О, ну наконец-то. Нет, улетел. Ну, блин, не видно уже. Боже. Ну, как всегда, всех испугал. И бежим, ну, бежим. Так, стоп, замедляемся. Нет, тут мне не нравится, тут надо замедлиться. И вот мы на пригорочек вышли. Еще цветочки. Еще луговые цветы. Да это же земляника. О, это надо было в июле. В июле сюда и. Да, в июле здесь. Точно же земляника, она цветет. Ну, блин, ну цветет же еще пока. Землянику я знаю где угодно. Эх, блин, так обидно. Земляничек, сейчас бы я бы не отказался. Да, от клубнички тоже. Да, от бруснички. Слушайте, я нашел землянику, а. Я так рад. На даче приедешь, когда она либо вся сорвана уже, либо там все уже, все выкосили всю траву напрочь. А тут прям хорошо, но она пока еще даже не соцвела. Даже ягод не образовалось. Но это земляника. Эх, я рассказал на камеру. Кто-нибудь другой поди сожрет, ну ладно. Ладно. А я вот думаю, может все-таки пройтись мне. Хотя там обрыв будет. Не знаю, я же знаю, там вот лэп идет чуть дальше. Тоже там красиво, конечно. Ну, не знаю, нет у меня желания там идти по той тропе. Надо уже выбираться. Уже, о, посмотрите, каштаны, да, это получается? Сейчас каштаны. Так, вот ветер подул, и они спускаются. Ветерок, хорошо. На опушке. Зима, избушка. А что это интересно за колодец? Мне стало что-то это интересно. Ну-ка, что это за херня? Это пенек, что ли? Листва еще с прошлого года осталась. А, это просто пенек. Даже не пенек, а какая-то глина. Просто глина.
Да. Так, мы сейчас такая вот, хотел видео про гору снять, но больше про лес у меня было. Вот так одна сейчас минута, и мы ее потратим на другое, на маленький вандал написано. Ну вот мы, короче, и вырвались, я спустился вниз. Специально по длинной тропе, чтобы подольше погулять. Да, можно было там подняться, не отрицаю. Но мне захотелось настоящего экстрима, что-то типа этого. Ничто привидение. Все эти граффити, все эти на разрушенных гаражах надписи. Но прям чувствуешь себя в компьютерной игре Сталкер. Практически. Или Fallout. По мне, конечно, лучше Сталкер. Хотя там столько багов. О, ну ладно, это я уж про игры рассказываю. Вот мы идем. Да, если, конечно, ты не знаешь, как идти, то лучше не ходить, потому что можно заплутать. Я в ноябре 2019 года так и заплутал. Вышел на Соксский карьер. Сейчас мы-то не пойдем. Почему? Одна простая причина. Мы могли бы сходить, но у меня ноги подкашиваются уже. Поэтому мы идем через гаражи, так сказать, к цивилизации. Тут колодец. Сначала обшарим все гаражи, естественно, на предмет артефактов. Ладно, я шучу. Вот оно, как все здесь. Ну как вам сказать, заброшено, что ли? Да, я не оригинален, но что думаю, то и говорю. Удивительно, что, конечно, разгулялась погода. Обещали дождь. Но все-таки дух, лесной дух горы впустил нас, так сказать, в свои угодья. И спасибо ему. Тоже надо не терять бдительность. Естественно, я чуть-чуть потерял. Вот уж шершень какой. Какой шершень, а? Сейчас, вот какой шершень, нихрена себе. Вот укусит же, это же тот шершень, которого я встретил, когда подымался. А что там, со мной дух леса, что ли? Поздороваться решил и попрощаться. Ну, дух леса, горы. Ну, в общем, вы понимаете, да, о чем идет речь? Какое тут пространство. Собакочка, брошенная игрушка, не будем трогать, конечно же. А вдруг растяжка? Или еще что-нибудь? Так, сейчас вы сами вот увидите. Вот какая-то игрушка. Вот она валяется. И никто ее не подберет. И я, конечно, не буду ее подбирать, потому что это небезопасно все. Вот. Гаражи заброшенные. Не, смотрите, замок еще висит. Еще кто-то пользуется шестым гаражом. Еще есть замки, еще есть спрос на гаражи. Вот так вот выглядит тропинка, куда мы подымались. Спускаемся в цивилизацию. В цивилизацию спускаемся. Пока у меня заряд батарейки окончательно не сел. Вот, уже жилые здания, уже дачные участки. Вон цветет сирень.
Туристы, туристы, туристы. На. Ой, блин, сейчас. Вот поэтому я тот раз и по камню не хотел ходить, блин, как мне сейчас стукнуло. И ведь как же повезло здесь жить. И горы рядом, и Волга. Матушка тут как тут. Вот, да, мы бы так шли по Алеппо. По Алеппо мы бы шли, но я ходил так. Там очень крутой спуск. Ну, я не стал этого делать. Так все было не просто для моих ног в первую очередь. Конечно же, но они у меня выдержали. У меня они просто сейчас заплетаются. Жилое здание, как же я рад, а. Как же я здесь не живу, но как же я здесь рад. Мы уже практически в поселке. Осталось лишь пройти гаражный массив. Уже пахнет краской. Ну что, попрощаемся с палочкой. Попрощаемся с палочкой. Палочку где ли он? Конечно же. Вот. Выручила чуть-чуть. Выручила. Покойся с миром, так сказать. Все. Оставляем палочку. Дальше идем уже так. О, вырвались с этой горы наконец. Надоело, в парке открыли. Но надоело в них уже. Просто надоело, охота было куда-нибудь подальше. О, голубятня. Вот голубятня. Неплохо. Плохо, белые какие у них. Слушайте. Какие белые голуби, а. Вообще класс. Блин, засвечивает, не вижу кадра. А, асфальт. Давно я так не радовался асфальту. После всех этих троп. Ну уже снимаем сам поселок непосредственно. Сейчас, я думаю, заскочим в магаз. Думаю даже купить ей чипсариков. И лимонадик, конечно же, пить охота. Может, минералочка лучше. И, ну, пожру, естественно. А потом отправлюсь домой. Все это дело еще предстоит нам монтировать. То-да все. Сейчас выйдем на магнит. Можно даже подвести итоги нашего путешествия.
Ну что сказать, самое трудное был подъем. Вот как ни крути, как бы я там с горы чуть не звезданулся пару раз, то все-таки самое было адское подъем. Да, подъем ну слишком тяжелый. Это еще небольшое расстояние. Я представляю, если люди вот так вот путешествуют с рюкзаками наперевес. И не на гору уровнем 200 метров, а, допустим, на 500, на 600, на 1000. Не говоря уж про Эверест, Памир и так далее. Спасибо всем за внимание. Думаю, настал черед там прощаться. Мы вырвались с горы, попутешествовали. Пока-пока.